Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 июня, День независимости России. Поздравляю всех с праздником. Не знаю, сегодня это видео успею я выложить или нет, но все равно поздравление пусть даже завтра дойдет до вас. Сегодня очень некогда, я высаживаю все последние перцы, там томаты в открытый грунт. Вот это большая моя перечная теплица, в которой всегда каждый год растут перцы. Я наконец-то ее довысаживала. Вот сегодня выходной на предприятиях города у нас. Муж положил сюда капельные ленты. Попробуем первый год полить каплями перец. Я высадила по-скорому, без всяких добавлений в лунки. Лунки большие, и теперь я туда добавляю перегной, подсыпаю. И потом все удобрения придется методом полива. Буду золу поливать раствором, все раствором, потому что я ничего не добавляла, очень жарко. Сегодня в этой теплице 40 градусов, на улице у нас 29. Но я зашла... я хотела сказать, что вот в такую жару высаживать очень сложно. Те, которые в стаканчиках перцы, вот видите, есть у меня некоторые в стаканах саженцы, они пережили пересадку хорошо, но ясно, что корневая не тронута. Но те, которые я высаживала из лотка, несколько штук даже погибли от такой жары. Также погибло у меня несколько томатов, хотя высаживаю я вечером. На следующий день наступает и в открытом грунте, и здесь такая жара, что растения не в силах сопротивляться, погибают. Вот видите, они засыхают и умирают. Я потом подсажу сюда, если они не выживут, новые. Но я хотела сказать совсем о другом. Вчера вот я когда ставила колышки, подсыпала здесь перегной, я увидела здесь несколько муравьев. Вот на листьях, вот этот сорт у меня, Мирика. И тут вот ходит поверху вот такой муравей. Если увидите вы, что по листьям перца у вас ходят муравьи, знайте, это стопроцентная гарантия, что через неделю вы здесь увидите тлей. Я в прошлом году также увидела муравья. Ну и, как бы, знаете, как отнеслась халатно, думаю, ну завтра обработаю, ну послезавтра. Когда я через неделю прошла, вот эти все верхушки перца, все молодые листья были все улеплены тлей. Сам муравей, он не интересуется нашим перцем. Ему, он не ест его, он ничего не делает. Он просто рассаживает на верхушке тлю. И она высасывает вот эти вот... самые сладкие, сочные соки вот с этих молодых листиков. И перец погибает, потому что всю верхушку они высосут. Вы не думаете, что если вы видите муравья на листьях, то он гуляет просто так. Муравьи очень трудолюбивые. Если муравей ходит по вашему перцу, это значит точно, он работает, он выполняет какое-то задание, присматривает место для тли или уже занес тлю и идет назад. Не может муравей просто так без дела бродить по перцам, так же, как по яблоням. Где бы вы ни увидели на листьях муравья, если он не на земле, а именно на листьях, на растениях, значит, он разносит тлю. Это уже 100%. Вот в том году я поплатилась вот своей небрежностью, что не в тот же день обработала. Нужно обрабатывать сразу. Самый простой, самый безопасный способ – это фитоверм. Фитовермом обработали растения, даже если тля здесь уже есть и просто ее не видно, вы же не будете осматривать, да, каждое растение, там и все верхушки, все нижние листики. Даже если тля уже есть, она погибнет. Если ее еще нет, это будет профилактика. Тлю, которую принесут в будущем, завтра или вот, например, сегодня вечером, она тоже должна погибнуть. Очень коварный этот муравей, если увидите муравьев, сразу обрабатывайте, делайте профилактическую обработку перцев. Потом бороться, тля размножается очень быстро, бороться будет сложно. И не дай бог заселятся эти тли, они могут всю теплицу, ну, это, короче, тля это очень плохо. Очень быстро размножается, очень высасывает весь этот. Вот я зашла в эту теплицу специально, чтобы снять вам вот эти перчики, где я видела муравья. Обрабатывайте, муравьи разносят тли, и они приносят большой ущерб. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Вот это о том, что если видите муравья, значит скоро будет тля. Вот он, видите, вот он муравей, вот он что-то тащит. Видите муравей? Во!
Это верный признак, что они облюбовали мои вот эти перцы. Вот еще муравей. Но я тут рассматривать не буду, тут точно нужна обработка растений. Муравьи так и кружат вокруг моих сладких перцев. Все.